Токийская роза. Покажи класс, малышка. Единственный, кому не наплевать на меня. Это неправда. Уверен, ты интересна множеству мужчин. Твоему отцу не наплевать на тебя. Мой отец меня изнасиловал. О, Господи! Мне нужен тот, кто позаботится обо мне. Кто поймет и полюбит меня. А не только тот, кто оплатит мою аренду. 560 баксов в месяц плюс коммунальные услуги. Это заманчивое предложение, но послушай, Токийская роза... Что? О, Боже. Что? Что? Токийская роза. Брук. Меня зовут Брук. Брук. Кажется, я люблю тебя. Слишком быстро? Нет. Сейчас я хочу дать тебе... Нет. Да. Я не могу это принять. Нет. Нет. Это сотня баксов. Ты такой хороший человек.